начинают свою семейную жизнь Гульфия Гайфутдинова и Александр Пахомов. Это первая комсомольская свадьба на Камском тракторном. С привычными поздравлениями и неожиданными подарками. Гуля и Саша, поздравляем вас в этот очень важный, торжественный сегодняшний день. Он торжественный для вас и для всего нашего коллектива. Решением завода вручается вам ключ от квартиры. Хозяйки, хозяйки. Все вам самого хорошего. «Горько! Горько!» — кричали, конечно, в этот момент нашим молодоженам. И поднимали за молодых бокалы с лимонадом. Свадьба – начало новой традиции на КамТЗ. Прекрасной традиции.